Здорово, этот видеоблог про Кулдугу. Кулдуга находится за 150 километров от Риги, и в Кулдугу я поехал для того, чтобы походить по мосту и погладить котов Кулдуги. Вообще, если вы успели заметить, на фоне есть водопад. Водопад самый большой в Европе, он невысокий, конечно, но зато самый широкий. Он 270 метров шириной, а если посмотреть в высоту, то он не больше метров двух, наверное. Весь этот влог снят на экшн-камеру. В этих мешках прячут осени, точнее листья. И тут я всем своим видом показываю, что я ненавижу дворников, которые прячут листья. А, собственно, и осень. Я зачем налоги плачу, чтобы прятали мои листья? Ой, красиво так. Кажется, он не хочет с тобой драться. Скорее жми лайк, если хочешь, чтобы я упал в водопад. Это прорыв. Да, я еще вверх ногами я держу. Еще я очень вкусно похавал, и там даже был интернет, я смог немного посидеть в Wi-Fi и половить покемонов и т.д. А, еще качельки. Когда наступил октябрь, а сентябрь еще не сгорел. Кря-кря-кря! Ну все, дотвидули.